Далее, здесь 20 вопросов. Под каждым вопросом есть несколько вариантов ответа. Сегодня мы проводим конкурс по книге нашего муфтия Дагестана Ахмад Хаджи «Благонравие праведных». В этой книге отражены все вопросы бытия, нравственного и духовного воспитания учащихся. Эта книга должна быть настольной книгой для каждого мусульманина. Алхамдулилля, что мы проводим такие конкурсы неоднократно. Такие мероприятия мы проводили и в масштабе района, в масштабе классные помещения, классные часы его проводили. Вот этот конкурс дает нам импульс для дальнейшего развития ислама. И мы должны изучать этот ислам, чтобы получить благополучие в этом и в том мире. Желаю успехов, благополучия вам. Рада, что смогла поучаствовать в этом главном конкурсе. И книга очень интересная и повышает нравственные качества всей молодежи. Я очень, опять же, рада, что смогла побыть здесь и, опять же, вместе с другими учениками написать вот такой вот конкурс хороший. Проведя такие конкурсы по таким книгам, как «Благонравие праведника», есть огромная польза для подрастающего поколения, особенно в такие трудные времена. Такие конкурсы, как «Золотые правила нравственности», воспитывают подрастающем поколении религиозные ценности, которые упоминаются в таких книгах. В первую очередь хотел бы поблагодарить Муфтият Республики Дагестан и Министерство по национальной политике за то, что способствуют проведению таких важных мероприятий.